Здравствуйте, я Анна Касаткина. Вы смотрите последние финансовые новости от компании InstaForex. Как сообщили в исследовательском институте IFO, индекс доверия в деловых кругах Германии в августе опустился до минимального значения с марта 2010 года – 102,3 пункта. В июле индикатор был равен 103,3 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 102,7 пункта. Индекс экономических ожиданий, отслеживаемый IFO, упал в августе до 94,2 пункта с 95,6 пункта в июле. Индикатор отношения к текущей ситуации сократился до 111,2 пункта после 111,6 пункта в июле и при прогнозе в 110,8 пункта. Кроме того, рост ВВП Германии замедлился во втором квартале текущего года до 0,3% по сравнению с ростом в 0,5% в первом квартале. При этом Бундесбанк не исключил возможности дальнейшего снижения темпов роста экономики во втором полугодии, хотя считается, что экспорт за пределы Европы и стабильный внутренний спрос держат немецкую экономику на плаву. Тем не менее, давление на германскую экономику увеличивается. Кризис в еврозоне угнетает промышленность. Немцы стали больше экономить и откладывать деньги на черный день. Доверие потребителей упало. Следите за последними новостями в мире финансов с компанией InstaForex. До свидания.